Rhythmic Dance дома. Сегодня танцевальный ансамбль вернулся из Болгарии. В Кранево проходил международный фестиваль искусств «Солнечная Олимпия». Rhythmic Dance назвали лучшим коллективом. Вот так сегодня встречали танцоров Rhythmic Dance с аплодисментами, объятиями. Родные соскучились. 10 дней ребята были в Болгарии на фестивале искусств «Солнечная Олимпия». Прошло все отлично. Все 3 концерта шикарно все получилось. Танцевали, выступили отлично. Это незабываемые эмоции. Мы друг с другом общались, игрались. Фестивальные дни – это было невероятно. Мы смотрели на грузинов. Это было просто нечто. Они так двигаются. Мы надеемся, что мы получили ценный опыт и раздали его другим коллективам. 10 ярких национальных танцев – украинский, молдавский, болгарский. Rhythmic Dance выступал на одной сцене с коллективами из Грузии, Македонии, Сербии. Приднестровцы стали открытием фестиваля в болгарском Кранево. Представители Грузии, грузинские коллективы сказали, впервые такого плана мы увидели коллектив, который способен соревноваться с коллективами из Грузии, потому что мы знаем, какие танцы у грузинского народа. Они были очень удивлены. Это было очень, конечно, приятно, потому что на обсуждении, именно когда собрались все руководители вместе, разговоры были только Приднестровье, Приднестровье, Приднестровье. Мы были практически там главными героями и открытием этого фестиваля. Времени на отдых дома у артистов совсем нет. Впереди концерты в честь Дня Республики. Репетиции уже завтра.